Всем привет! Это шестое видео по созданию игры для очков виртуальной реальности на Unity 3D. И в этом видео мы будем создавать уровень. Делать уже более-менее что-то серьезное. Уровень, окружение, да, игровой процесс, когда зомби на нас будут уже нападать и могут нас убить, мы можем проиграть. Вот как раз этим мы займемся в этом уроке. С вами буду я, Самчук Роман, вы меня уже знаете. Мое видео можно найти на канале ITVDN. Ну что ж, начнем создание уровня. Первое, что мы сделаем, это возможность, чтобы зомби, когда нас бьют, могли убить игрока. Уже эта логика приблизительно реализована, но ее надо доделать. Доделаем ее вот так вот, возьмем нашего зомбика, поставим. Можно его даже увеличить будет, хотя бы, интересно, два раза много, наверное, на полтора можно, чтобы он был не такой манюсенький, как сейчас, полтора раза, и обновить префаб, аплайнить префаб, вот так вот, то есть он будет выглядеть больше, ну интересно, как он идти будет, сейчас посмотрим. Нормально. Отлично. Теперь атака. У нас был уже триггер атаки у него. Enemy, когда недалеко от игрока. Когда enemy недалеко от игрока, он должен его атаковать. Сейчас мы возьмем нашего игрока, текущему зомбику перетащим, скажем, на. Ну и он проверит просто дистанс. Если дистанс до игрока, это очень легко делается, небольшой, то он начинает его бить. Бьет и отбавляет N здоровья у нашего игрока. Так, вот наш плеер. Он мувает и проверяет. Если вектор 3 distance между зомбиком, между transform position текущим и плеером, Transform Position. Так, давайте это перенесем на новую строчку. Если она больше, давайте так, если она меньше 3, то он начинает атаковать. Теперь по поводу атаки этого зомбика. Тут тоже очень интересно, потому что как правило, лучше всего делать это через вот так и поставить. Через время. Не через карутину, через время. Ну, надо какая-то задержка. Задержку мы сделаем float last attack time и атак speed. Атак speed у них будет, наверное, 2 секунды. Одна атака на 2 секунды. Так, еще одну штучку. Я хотел этим зомбакам уменьшить хп. Уж 200 много. 100 поставлю. 100 хп. Все-таки, ну, от калаша выжить, это надо быть. Даже я бы 70 поставил. Вот так вот. Так, есть. И движемся опять, ой, обратно в код. Если last attack time, если time, ну, текущий, плюс, нет, точнее, сейчас. Больше, чем last attack time плюс 2. Last attack time плюс, ой, не плюс 2, а last attack speed. То есть получается то, тогда last attack time равен текущему времени. Если, это значит, можно бить. Все, больше. Можно бить больше.
Так, он будет тут больше, все время оно будет проверять, он будет... Не, ну он больше быстро станет больше. Ну и тогда надо плееру сносить здоровье, в принципе. Что не так сложно, потому что плеер тут есть, и мы начинаем у него получать. Я бы даже, если честно, брал Game Helper как за основу и не брал плеера Helper. Я бы сразу через Game Helper делал. Game Helper. Вот так вот. Потому что, ну, Game Helper должен проверять количество здоровья игрока. Если он увидит, что количество здоровья недостаточно, то все. Game Object, find component of type, Game Helper. Вот мы найдем себе Game Helper. И добавим у него такое свойство, как хелсы нашего игрока. Player, player, health. Минус равно. Я бы, наверное, даже player take damage сделал. Player take damage. Вот так. Take damage. Какой damage? Ну, у зомбика, я думаю, должен быть damage, правильно? Это, в принципе, логично. Public int damage. Да, магия. По умолчанию будет десятка. 10 урона по умолчанию. Вот он, плееру take damage. Теперь я Ctrl точка нажал и сохранил. Что я Ctrl точка создал метод у меня. Я F12 нажимаю, у меня есть метод player take damage. Player я создам prop int player player max health и player healthy текущие. И player healthy текущие. Max health у плеера, допустим, будет... Сколько мы им поставим? Сотня. Как типичная max player. Даже тут, наверное, Max Player надо делать. Я просто хочу его записать. Prop full сделаем. Prop full. И это будет Max Health. Так, вот так. Player Max Health будут. Player Max Health. Сохранили. Удалили. Переместили. Удалили, переместили, теперь сюда записали, как всегда, соточку. Во, все, Player Max Health 100, отлично, порешали, молодцы. Теперь вот этот, вот эту сотню, это его хелсы, когда начинается игра, это вот старт гейм пошел. Надо сделать, что player health равно player max health. Вот так вот. Это правильнее всего. Теперь player health мы отнимаем, когда take damage. Float. Ой, int у нас. Int. Health. Player health текущий минус damage. Минус damage. Получилось, если health текущий минус damage меньше равно нулю, то плеер умер. Плеера победили. Но else ничего не победили. Просто надо присвоить плеер health текущие health. Да и все. Если плеера победили, то игра закончена. Игра закончена, у нас уже есть. Это очень хороший момент. Старт гейм у нас есть. Вот здесь end game. RM. Прошел все уровни. Не прошел все уровни. Вот это game over. Ой-ой-ой. Так, почему нельзя? Где-то у меня ошибочка какая-то есть. Так, где?
Юнити скажет. Юнити в этих делах быстро разбирается. Так, обновляется Юнити. Ошибки нету. Интересно, почему не хочет делать мне Ctrl-Rm. Waiting second of port. Ну ладно. Не хочет, сделаю сам. Ctrl-C. Public void end. А, я знаю, почему не хочет, наверное. Может, не, ну хотя вряд ли. Ладно. Public void end game. Победа. Все. В end game переносим вот это. Endgame, и теперь тут его ставим, Endgame, все. Все уровни прошел, Endgame, почему бы и нет. Ничего не прошел, Endgame, тоже умер, почему бы и нет. Player, ну и теперь мы еще аниматор должны включить, и зомбик должен атаковать. Мы делаем if getComponent у нас, getComponent аниматор. Аниматор есть, вот так вот, то set ему триггер, set trigger target, ну да, нормально, триггер, и пойдем в аниматор посмотрим, как мы этот триггер назвали. Я приблизительно помню, но я хочу скопировать, чтобы... А так. Вот. Ну что? Ну да. Все, атакуй. Нормально. Take damage есть, бла-бла-бла. Все пошло отлично. Player... Так, идем сюда. Тут отняли, присвоили, победили. Вопрос в том, что у нас была такая штука, которая score называлась. Score. И, наверное, мы сделаем best. Best score. И вот эти две штучки мы должны использовать. Start game text и score text. При end. Да, вот end game. Все, давайте так и сделаем. End game. И мы начинаем. Текст. Score. Равно score. Почему бы и нет? Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями.